Зачем изображали мух на картинах эпохи Возрождения? На портретах художников Северного Возрождения встречается интересная странная деталь. Муха. Самый наглядный пример на картине – портрет картузианца. Здесь муха на переднем плане портрета на нарисованной рамке. Столь реалистичное насекомое ни один ценитель искусства пытался смахнуть. Муха на переднем плане дает трехмерный объем картине в целом. Но изображение мухи могло нести и другой подтекст. Например, эта картина. Тут насекомое сидит на колене кардинала на белом одеянии. Скрытый символ – отсылка, заложенная художником, его скрытое отношение к изображаемому на портрете лицу. На натюрмортах все было несколько проще. Муха рядом с едой – символ обыденности и скоротечности всего мирского.